Друзья, привет! Сегодня с вами сделаем мобильный станок из профильной трубы и неисправного монитора от компьютера. Приятного вам просмотра! Это видео условно можно разделить на две части, и начнем мы с мобильного основания нашего станка. Сделаем его, как вы уже поняли, из профильной трубы. Выполним разметку и нарежем трубу на нужные нам отрезки. Чертежей, как обычно, нет, так как делаю все методом проб и ошибок. Отправной точкой основания будет рамка, для которой уже нарезан металл. Ее нужно только сварить. Сделать это ровно мне поможет мой самодельный сварочный стол. Если не смотрел это видео, кликай на подсказку в правом верхнем углу. Дополнительную оснастку к нему еще не сделал, поэтому крепим по старинке с трубцинами. Свариваем и зачищаем швы при помощи УШМ. Теперь, прикинув размеры задней стенки, подготовим материал для нее. Я посчитал, трубы с сечением 20 мм для этого вполне хватит. После реза болгаркой можно снять фаски. Аккуратнее всего получается на гриндере. Ну а дальше складываем пазл и свариваем. Эта мастерская очень маленькая, и поэтому весь материал хранится под навесом. Делим трубу пополам и можно заносить. Последним, что осталось изготовить для нашего основания, пара боковин. Сечение трубы тоже. А размеры высчитал уже по месту, сопоставив рамку и заднюю стенку. Эти кадры уже были сняты моим другом, и очень хочется услышать ваше мнение, как лучше, с оператором или с съемка со штатива. Пишите об этом в комментариях. Далее для сборки всей конструкции потребуются петли. Я выбрал дверные, как-то давно купил их по акции в Леруа. Ну и на мой взгляд, люфта у них практически нет. Выставляем их, временно фиксируем струбцинами и проверяем работу. Также прикинем верхнюю рамку и если все хорошо, то продолжаем. Свариваем через отверстие, думаю, электрозаклепки с нашей нагрузкой справятся. Вот так наше основание будет раскладываться. Идея, как вы уже поняли, позаимствована у старого советского раскладного стола. Чтобы ножки не складывались, изготовим ограничители. Думаю, приваренные обрезки 15-й трубы с этой задачей справятся. Стол получился довольно устойчивый, и это очень хорошо. Сделаем отверстие для крепления фанеры.
Крепиться она будет на саморезы по дереву через профильную трубу. Для этого снизу трубы отверстие рассверлим. Пока занимался отверстиями, решил еще изготовить и варить вот такую пластину. А для чего она нужна, узнаете чуть позже. Основание больше переделки или доработки подвергаться не будет, и теперь его можно покрасить. Краску выбрал молотковую черную. Многие ее используют, так как она очень хорошо маскирует мелкие дефекты на металле. Пока основание сохнет, займемся столешницей. Для нее прикупил кусок влагостойкой фанеры. Ее качеством я остался крайне недоволен, дальше покажу почему. А пока выравниваем будущую столешницу на настольной циркулярной пиле. Она у меня небольшого размера, поэтому от большого листа пришлось отрезать кусок с припуском на обработку и изготовление деталей станка. Примерка столешницы показала, что все хорошо. И перед ее монтажом на рамку основания в ней нужно сделать ручку для переноски. Ручка будет представлять собой прямоугольник со скругленными углами. Делается это все просто. Размечается форма будущей ручки и вырезается лобзиком. Затем клеится направляющее и фрезером с обгонной фрезой придаем ручке нужную форму. Ну и вот наш стол уже в сборе. Как мы видим, все прекрасно раскладывается, и помимо всего этого он выдерживает вес 90 кг. Это проверено. Далее придется разобрать старый монитор. Это 17-дюймовый Samsung, побывавший под водой. Разбираем его, и от него нам понадобится только сам экран. Его также раскрываем и извлекаем кусок оргстекла. Остальное же выбрасывать не буду, мало ли где еще что-нибудь пригодится. Пластик нужно порезать в размер. Как оказалось, циркулярная пила с этой задачей очень даже неплохо справляется. Края получаются ровные и без наплывов. Этот кусок оргстекла будем врезать в столешницу, и на этом этапе, наверное, уже многим стало понятно, что это будет за станок. Если это так, напишите в комментариях. Ну а мы для начала сделаем паз фрезером на толщину пластины. Размечаем направляющие снаружи и поехали. Вот из-за таких вещей я очень недоволен качеством этой фанеры. Может, такой лист попался только мне, и я зря на него ругаюсь. Если у вас было подобное, дайте об этом знать. Далее вырежем середину. Также просверлим несколько отверстий, а затем электрическим лобзиком. В итоге все получилось даже лучше, чем я ожидал. Конечно, не без косяков, но я только учусь. Еще нам понадобится фрезер. У меня есть вот такой экземпляр на 1100 Вт. С появлением аккумуляторного инструмента он в основном лежит на полке. Его будем использовать в сегодняшней конструкции, но для начала ему нужно придумать лифт. У меня есть одно решение с минимальной переделкой. Для этого нужно снять накладку на базе. Как я и предполагал, тут имеется пара отверстий. В одно из них будем вставлять длинный винт. Его изготовим из шпильки М8 и винта под шестигранник. Снимаем фасочки, обвариваем и обрабатываем на гриндере.
Вот что должно получиться в итоге. Винт подошел просто идеально. Осталось придумать гайку с креплением к корпусу фрезера. Обрезок металла от других самоделок нам в этом поможет. Делаем на нем разметку по корпусу устройства и сгибаем. Осталось обточить, прихватить гайку и закрепить парой саморезов к корпусу. Примерно вот так. Лифт работает и, на мой взгляд, очень даже неплохо. Теперь можно заняться креплением оргстекла к фрезеру. Делается это буквально за пару минут. Разметку делать не нужно, так как все отверстия видно как на ладони. Далее закрепим пластину в столе. Устанавливаться она будет всегда в одном положении, поэтому с разметкой сильно не заморачиваемся. Центральное отверстие в пластине решено было сделать уже самим фрезером, фрезою 8 мм. Так будет точнее. Ну а затем коронкой по дереву вырезаем отверстие под сменные вкладыши. Саму пластину решил покрыть специальным черным грунтом по пластику. Так, мне кажется, будет смотреться получше. Также изготовил 3 сменных вкладыша под имеющиеся у меня фрезы. Уже можно проверить всю конструкцию в работе, но нужно сделать еще кое-что. Заодно рассказать вам про ту пластину, которую я вварил в последнюю очередь. Фрезер нужно еще доработать и сделать выносной выключатель, чтобы каждый раз не тянуться под стол. А поскольку станок у нас мобильный, выключатель сделаем на неодимовых магнитах. Благодаря этому подходу такая трансформация обычного стола во фрезерный займет меньше 2 минут. И последним, что осталось изготовить, это параллельный упор с системой стружкоудаления. Зная ширину стола, пилим пару заготовок. Здесь как раз пойдут в ход почти все обрезки материала. Т-треки решил не устанавливать, так как в основном эта конструкция будет использоваться как мобильный верстак и только потом как фрезерный стол. Поэтому для регулировки параллельного упора сделаем его основание и пазы. В самой же столешнице будет пара отверстий с забивными гайками М8. Также в нижней части упора сделаю полукруглое отверстие под фрезу. В самом же упоре выпилю треугольник. Немного не угадал, и самая длинная фреза цепляет края. Немного доработаем пропил и приступаем к сборке. Помимо саморезов конструкцию решил еще проклеить. Так будет надежнее и герметичнее. Между делом проверка упора по угольнику. Отлично. За кадром собрал короб, к которому будет подключаться пылесос. Его также будем вклеивать. Финальный штрих и тест стружкоудаления.
Отлично. Наш мобильный станок полностью собран. Друзья, в последнее время YouTube очень сильно глючит и не присылает уведомления о новых видео. Огромная просьба переподписаться на канал и включить заново все уведомления. И, конечно же, вы очень сильно поможете в развитии канала, если оцените это видео. Я имею в виду лайк-дизлайк. Напишите комментарий и поделитесь этим видео с друзьями в любой социальной сети. Ну а я же, в свою очередь, хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Будьте здоровы!